если бы сейчас по фобии дал бы урончик. Тучка. Ну, давай, 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 попи, родной, родной. Иди сюда, блядь, немножко не хватает, ну. Я буду быстро жать пробел, потому что мало ли цепанет, блядь. Ах ты гадина, ай-яй-яй-яй-яй. Блядь. Надо было на правый борт перестраиваться. Все, на бочках утонул. Тормози, братан, тормози! Погнали. Ебать! 20 сундучков, 121 марка. 121 марка, это хорошо. Куклу Чаки отдушил. И в два захода все равно я эту прочку отбиваю с одного бордажа. Поэтому, в принципе, изи бабки. Байкер тест, ну сколько у него людей там? 204, нормально. Черепа, все дела. Ну-ка попробуем. Смотри, он там еще кого-то в борде, блин. Пытается. Может, Серегу забордим? Давайте Серегу забордим. Пошли, Сергунчик! У тебя было совсем мало людей. А там черепашки были в марке, кстати. Шесть марок, один черепок, 12 сундуков. Яндекс еда. Так, сколько у него? 204. А он меня стрелял, да? Пошел нахер. Так, 164, вот этого можно еще. Вот этого можно еще, 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 еще. Ах ты ж меня сегодня на сурак охуярил. Иди сюда, блядь! Этот выпуск меня сегодня херачил на сурака, короче, пацаны. Ну как херачил? Не херачил, один раз утопил вместе со своей подружкой. 20 марок, спасибо, до свидания. Приходите еще. Так, кек. Блядь, ну тут уже 155 у меня... Дело, надо просто съебывать. Просто на тапке остановиться. Сколько у меня там? 238 марок, 13 сундуков. Сколько черепов? 5 черепов. Ну там что-то за задание еще накидало. Срочно съебываем отсюда. Блядь, Питер Скулфилд, а? Так, нужно быстренько на маяк. С маяка, короче, еще успеть кого-нибудь бордануть. Ебать, я проебал, сейчас выстрел свой. Еще и разминировал все подряд. А теперь Тарасик проебал свой выстрел. Тоже в нос стреляет, родной! Тарасик, лучше беги, а. Против папки ты пока не можешь, нихуя. Смотри, нихуя себе, он еще огрызается.
Нихуя себе. Нихуя себе! Ах, я проебал тоже сейчас борт. Ну давай, 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 ну! Вот это я вынырнул, а? Сейчас бедного этого лендборта, блядь. Аннигилируется с четырех бортов. А вот там кто-то чинится. Мердок, мердок. Вот там кто-то чинится. Вопрос только в одном, успею ли я до него добежать. Батлер, родной! Блять, у меня... Успею, нет. На задний ход дай, сука. Затаранил. Отставить, вижу цель. Одна марочка. Я, в принципе, еще могу кого-нибудь забордить, если получится. На 204 хп, как они хотят меня добить, блядь. Ой, там Петруша пытается справиться, блядь, со мной, пытается меня оформить, господи. Хуй вам. Плюс 86 марок, 35 сундуков, спасибо. Я поплыл. Тумен, на подхвате. Пытается догнать, но Петруша не дает. Нормально? Мне кажется, нормально. Звон нормально. Так, надо выложить лут. Правда, сундучки, они упали на дно. Красиво было? Я думаю, это просто охуенно было красиво. Просто топовый подкат. Главное, они проебали меня. Я ж подкрался сзади. Незаметно. А мне даже не стреляли, они, по-моему, даже не поняли нихуя. Вон там кто-то съебал. Не про канала, блядь, не прошло.
В смысле, забор здесь. Эрик Эйсман, борди его, борди. О, смотри, арт-рывок сделал, арт-рывок сделал. Сейчас арт его нахуярит. Памс, да, иди, арт. Давай. Чё, не? Ой, Тёмыч Тумэна поймал, кажется, да? Или Фонс, за кого поймал? А вот Фонса вообще нихера не там. Чё там борды, я не знаю. У него 186 человек. И я сейчас вдую, мне кажется, абордаж. Мне кажется, я сейчас его вдую. На тоненького прям, на тоненького, очень на тоненького. Ты видишь, он пустой был. Абсолютно пустой. У меня крюк оборвался. Угу. Отплыви куда-нибудь подальше, починись. Для этого у меня еще 100 экипажа. Конечно, блядь, со 100 экипажами-то. Сука, сука, забудешь же весь. Тумэн, не получилось, братишка, не зашло. Но ты старался. Вот таких у меня ситуаций, когда было куча. Я сопротивлялся как мог. У меня 100 было всего лишь экипажа. Там вообще без каких-то вариантов. Вечные споры. Ко мне прикол. Давай посмотрим. Какой из него абордажник? Страф. Тоже стреляет в нос, брат. Ты хорошо! Хорошо! Кто сзади меня накидывает? На 42 хп? Мощно! У него ничего нету.
Ну давай, 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 давай. Авангард родной, дай урон. Авангард. Сможет он урон дать или нет? Ах! Сука, сука, ну бордите вы его. Хорош, хорош, хорош авангард. Красавчик. Большух теперь во львах. А раньше он был, получается... Мне нужно, чтобы у меня паруса двойной парус откадышился. А вот и львы нарисовались. Но нам нужно больше людей, нам нужно больше людей. Для львов. 12 секунд КД. Авангард его забордил, да? Хорош. Оставьте, 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 Врунгель, оставьте. Блядь. Сейчас не будет габелла, конечно. Пошла расплодка. Сейчас лошадки придут, они вам устроят тут прожарочку. Ульдозер на криволь, что ли? Серьезно? Юрган. О, больших. Что там, что там, что там, что там, что там, что там, что там? Давай сюда, дорогой, погнали! Пошла жара! Бля, потопили, блядь? Ебать. Обидненько, обидненько. А это это танки этого сервера, блядь. Просто несклоняемые танки. Просто хуячат все подряд. Вот с АЭСами вряд ли здесь что-то поборже, кстати. Потому что они ебашат все, что движется. Тут для такого, блядь, для такой мыши, как я, блядь, тут, конечно, раздолье будет маловато. Но зато эпичный бой, это прям все, это прям я люблю. Блядь, криворукая свинья. Давай, 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 опа, красивый залп, красивый залп. Хорош, хорош. И тут чефы подскочили, интегралист. Серега, давай, жми. Ты же чеф. А они блохастики. Да справа борта мне, блядь, кирасир как ты. Да, я так и знал. Давай, 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 давай. Плиз, 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 плиз. Ну, ну, блядь, не успел. Я же говорю, тут, конечно, с абордажом это такое себе. Петрович, Петрович, по 400 хп. Подкатывает к нему так на хромой кобыле. Микс, не надо, не надо, не надо, не надо. Зачем, зачем? Ну ладно, похуй. Рано у Петровича слишком мало было жизней. Грек отстреливается как может. Но тут уже со всех бортов к нему ему напихиваются. Вот еще навстречу миксы вышли. Да какой тут? Ну, что, короче, хочется сказать, что львов можно похвалить, то, что ребята не жмут, короче, ресурсики, знают, что они в меньшинстве сейчас находятся, и все равно выходят паниться. Ох, в Рунгелю хорошо прилетело. Авангард в борде пока есть такая возможность. Ну, Зет, он прям шотный.
Я жду КД. Да, есть контакт. Смотри, у него 228 человек на вот этой вот дурочке. 228, ни хрена себе. Я не хочу бордиться с мердыком. Я лучше вот за борджи грека, блин. Смотри, как он заднюю дает. Заднюю, как он хотел уйти, господи, просто как он старался. Как он старался уйти, как он заднюю, короче, втапливал, это, конечно, было очень легендарно. Вы толпой только можете. Не, когда они приходят толпой, блядь, с цехами, я вообще молчу, не говорю ничего. Вообще молчу. Как мы пришли, блядь, в этот странный бридж-таун. Ой, так гонору сколько, я мои вахеры. Это игра. Расслабьте булки, господа, ребята. Это всего лишь игра. Привет, Макс, меня зовут... Меня Тарас заставил смотреть твой стрим. Меня зовут Таня. Татьяна Яковенко. Тарас заставил смотреть? Ну, это я даже не знаю, что можно... Интересно, какими пытками тебя подверг, чтобы ты, то есть, чтобы он тебя заставил, получается, смотреть мой стрим. Привет, очень приятно. Тарас, да, Тарас, он же Тарас Мирак, он же Тарас Легенда. С Тарасом у меня вышел шортс видео, можете посмотреть на канале, новое. Оно уже загрузилось. Это из старого архива, когда мы были вместе еще в гильдии ЧФ. Итак, что теперь? Теперь мы соберем все возможные ресурсы, как можно больше кораблей и людей, тех, кто готов отказаться от помилования и идти воевать. Нужно найти Чарльза Вейна. Так, у меня отказ по переправе, поэтому сейчас быстренько ТП на переправу. Кто меня ждал, что ли, здесь? Это тут до хера кораблей? А кто это тут меня ждал? Один рок и другой рок.
Опачки! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А я вот не ожидал вас тут увидеть, ребятки. Абсолютно не ожидал. А их тут, в принципе, не слабо. Сейчас будет разбор полетов. Ух! Сискан Сайпай в атаке. Минуснул сразу. Чарльз Вэн меня летит бордится. Ну хорошо, давай. Молодец, на тоненького, но не сегодня, братан. Не сегодня. Минуснули Чарльза Вейна. Кто следующий по конкурсу? Мертвецов закапывают в землю, чтобы они оставались там навеки. Но иногда они возвращаются.